Это наш член команды. А тут ничего, дно нормально? Дно нормально. Да ты не отмазывайся, ныряй. Ой, мама! Надо потихонечку. 12 градусов? Да. Глубже, сильнее! Когда Титаник тонул, сколько было? 2 градуса. Плюс 5. Вот тебе дзержинка, вот тебе 29 градусов. Скольжение, выход и по берегу побежал. Ой, хорошо. Вот где оно. Крики радости. Помаши жене ручкой. Вот они все, вот они, да. Здоровьем. Лена не останавливается на достигнутом, но нет, остановился. Это где-то через 3 дня, допустим. Репортаж из Мельбурна, Игорь Кравченко.